Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дэн Ха, и сегодня мы будем с вами играть в такую игру, как Hunting Simulator. Сегодня мы с вами поохотимся на белого медведя. Белый медведь у нас обитает в Гренландии, только в Гренландии, больше ни на каких других локациях он не обитает. Там еще обитает белый волк, но это незначительное такое животное, но, конечно же, оно также вас может убить. Ну, давайте приступать. Нажимаем старт. Винтовочку также 38 берем. Бинокль самый большой, потому что там самый наилучший нужен. Там расстояние довольно-таки большое. Раньше была карта маленькая, а сейчас там намного больше. Ну, те, кто играл, поймут. Также берем самую крутую накидку. Не нужна это лишняя затрата. Да и все, в принципе, больше нам ничего не нужно. Тут на белого медведя нужно самую наилучшую, так сказать, винтовку брать. То есть, ну, сейчас вот это самое наилучшее. Так, ну, локация довольно-таки большая, очень много камней, и на локации присутствует всего лишь 3 белых медведей, 26 волков. Честно сказать, я не помню, где они вообще обитают. Я уже вижу несколько волков. Нам придется сегодня очень много волков стрелять, так как волки нам будут проиграны. Если мы не будем стрелять волков, нас просто-просто убьют. То есть на белого медведя лучше всего охотиться на белом снегу. То есть видите вот такие зеленые вот эти штуки. На белого медведя лучше охотиться вот такой зеленый, не на зеленый, а на такой вот белый. На белом снегу. На землю лучше не наступать, потому что вас очень сильно будет видеть. Практически сразу же он вас увидит. А, кстати, волки стали серы. Мне так кажется. Они белые должны быть. Так, ну, ветер, главное, чтобы... Так, вот, нас. Главное, чтобы... Если будет ветер на медведя, он гораздо быстрее учит, у него нюх очень сильный. Но медведь-гризли гораздо свирепее, чем белый медведь. То есть белый медведь не такой свирепый. Также, когда вы к медведю подходите, вам нужно пригинаться, чтобы он вас так не видел. Очень много медведей нету, а много волков очень. Все нормально. Ну, по сути, вот видите вот эту скалу. За этой скалой вот здесь, вот в этой, вот в этой точке, где-то должны быть медведи. Если я не ошибаюсь, они там должны быть. Очень много волков, старались обходить их. Краем пойдем, где очень мало волков. Ах, промахнулись. Как-то. Это что такое? Ладно, поближе подойдем, нужно расстанавливать. Стреляем в него и все. Теперь перезаряжаемся и бежим уже к медведю. Тихо. Тихо. Тихо, нас убили или нет? Блин. Я увидел, кстати, самое главное, я увидел медведя. Я увидел первого медведя, именно точку вам сказал точно. Я увидел волка, который на меня бежит, оборачиваюсь, и там еще один волк, я не успел выйти из игры. И в итоге нам пришлось потратить 200 серебра на лечение. Заходим еще раз, попробуем обойти и зайти именно на медведя. То есть обойдем самого, ну, края локации, так сказать, и уже попробуем зайти. В целом не навредимые, то есть волки у нас не вряд ли будут, конечно, самого края их не должно быть. То есть мы увидели, как бы сами, мы увидели этих медведей, то есть ни одного медведя, но поблизости должны были еще медведи. Сейчас попробуем обойти и заходить хотя бы одного медведя. Так, я вижу уже большое количество волков, нам придется сегодняшний день отстреливаться, потому что они на нас все равно сейчас побегут. Ну, постараемся не подавать лишних
телодвижение, чтобы они нас не услышали. Так, вроде они нас не услышали, а вот дальше бежим. Бежим к краю локации прямо. Так. Я думаю, я уже сейчас застрелю медведя белого. Вот я их уже стрелял, но застрелю его. Я вижу, по-моему, медведя. Да, я вижу медведя, ребятки. Вот. Вот он, медведь. Идет. Очень, кстати, быстро идет, очень быстро идет. Кажется, он то, что он черный какой-то, но на самом деле медведь у нас нифига не черный. А белый. Мы попробуем сейчас отбежать его, со спины на него зайти. Ветер, кстати, не на него, но и не на меня, в принципе. По сути, учуять он меня может. Там еще один медведь, ребятки. Вон второй медведь стоит. Медведи, кстати, дают довольно-таки большую сумму. Но если вы его раните, это минус 300 валют. А если заберем, сейчас посмотрим, что это посмотрим, когда мы получим белый, но глаза перенесли. Но не настолько свирепый, как бурый медведь. Огромный кушать, честно скажу, прикольно. Дал он нам, по-моему, 100, если я еще говорю. Хочу еще попробовать еще одну медведя. Давайте на тебя перезарядимся. Он очень далеко, если мы сейчас туда не выстрелим, у нас еще волк побежит. У нас не один волк побежал, если он еще падает. У нас бежит еще волк. Он уже рядом с медведем. Один волк, я как понял, убежал. С русским. Так, застрелили еще волка и медведя. Так, у нас недостаточно места уже. Так, забираем сейчас волка и медведя и уже заканчиваем. И уходим. Ну, сколько мы за сегодня заработали? Если не ошибаюсь, мы заработали где-то приблизительно 300-200 серебра, наверное. Это довольно-таки хорошо. Но если бы мы бы не умерли, было бы еще лучше. То есть я не успел еще среагировать, не успел выйти. И если бы я вышел, не пришлось бы тратить на лечение. Но все-таки я показал вам, где именно находится точка медведя. Где они все время там стоят. Охотиться на них довольно-таки трудно из-за волков. Волки — это незначительное, конечно, животное. 50 валюты стоит, но оно очень сильно мешает именно охотиться на каких-то животных, потому что волков реально в Гренландии находится очень много, и в принципе вот так вот. Ну что ж, ребятки, всем до новых встреч, подписывайтесь на канал, всем пока-пока, с вами был Дэн Хай, не забывайте нажимать колокольчик, всем пока-пока.